Меня зовут Владимир. Я работал долгое время в области строительства. Связан был в основном с отделкой внутренней. Ну, в общем, если говорить просто, строитель. Заинтересовался 3D-графикой, в принципе, давно. Сначала, правда, я пытался что-то сделать в автокаде. Там тоже есть возможность делать 3D-модели, но визуализация у меня там не получалась. Поэтому я работал над своим проектом, ну, над личным своим домиком, вот, и хотелось видеть визуально, как он выглядит. Поэтому перешел на 3D Max. И получилось так, что искал в интернете очень много видео, наткнулся на ваши ссылки. Вот так я и познакомился с вашим сайтом и с вами. Мне очень нравится, и я очень много узнал про 3D Max и 3D графику. И, в принципе, я чувствую, что у меня уже начинает кое-что получаться. Ну, во-первых, мне архитектурка нужна была, и она мне интересна. Ну, а до сайта я еще не дошла. Как бы интерьер я и так знаю, неплохо. Вот. А в архитектурной визуализации я вообще ничего не понимала. Теперь понимаете? Да, теперь понимаю. Спасибо вам огромное. Меня именно заинтересовало, что, допустим, как сказать, вы говорите намного ближе мне, понятным языком. Вот. Потом я вас нашла в интернете, а потом оказалось, что уже полгода вы, оказывается, в друзьях у меня в Фейсбуке. И вот. И получается, что я вот буквально там за 2 дня как раз попала на этот курс, и это, знаете, как сказать, как будто меня вселенная направила. То, что вот мне нужно было, получается, все в этот курс вы и впихнули. Я вообще закончила дизайн интерьеров в институте. Там у нас была 3D Max, долго, упорно я его пыталась изучить, и у меня всегда была проблема со светом. Он мне не дается. В конце концов решила я сама это дело изучить, стала искать, нашла вас, ему очень рада. Сейчас, конечно, немного подзастряла, потому что, опять же, из-за вас я нашла работу, и сейчас работаю долго и упорно. Завтра, наконец-то, выходной, надеюсь. Уже наконец-то с архитектурой разобраться. Там, по-моему, я как раз и делаю вечерний. А работу как нашли, я не понял. Вот, я выложила вот интерьерные, которые мы делали, дневной свет и прочие картинки симпатичные, выложила в дополнение к своим работам. И сказали, о, здорово, интересные картинки. Давай с нами работать. Больше всего, ну, в принципе, нравится с окружением работать. То есть я узнала, как можно оптимизировать процесс, чтобы это не висело часами, днями, как у меня все это висело. А всего лишь 3 часа, и всегда такая красивая картинка. Ничего, весело, давно мне это нужно было. Просто вот как у Ирины, вагон работы, работа. И как бы было не продохнуть сейчас, бац, кризис. Есть время заняться тем, что давно уже нужно было сделать. Я закончила давным-давно Мухинское училище по дизайну, работала в рекламе. Потом, когда народ стал делать интерьеры, ввязалась в это дело. Занимаюсь этим уже лет 10. Как бы сейчас вот время есть заняться, во-первых, визуалкой, во-вторых, наверное, автокадом, потому что до сих пор я позорно все это делала, чуть ли не в Corel рисовала. Мне этого достаточно было, да, то есть я могу хорошо проиллюстрировать свою задачу, в общем, чего нужно всем этот самый изобразить в качестве коллажа и так далее. Меня это устраивало, но это как бы уже стыдово. Ну, скажем так, сложного такого, что прям непроходимого вряд ли, то есть, да, нужно разбираться с каждой темой, потому что я никогда в этом не работала, да, в Максе. То есть для меня каждая тема сложна, но тем не менее потихоньку как-то вскапывается, все хорошо.
Примочки. Для меня самое, пожалуй, ценное в курсе – это некая методология, то есть список того, чего я должна знать. Это уже выше крыши. Потому что заказы как бы есть. Их, конечно, в разы меньше, чем это было года три назад. Но они есть, и надо это дело просто выносить на новый уровень с вашей помощью. Вот. А в какой-то момент я сама пошла учиться на дизайнера интерьера, решила поменять резко род деятельности с финансового директора на дизайнера интерьера. Вот. И, собственно, когда я начала делать дипломный проект, поняла, что чертить и рисовать все руками – это слишком сложно для меня. Вот, это гораздо сложнее, чем освоить 3D Max. Ну, скажем так, у меня каждый раз, как у меня что-нибудь получается, у меня сразу буря положительных эмоций. Особых сложностей, вот у каких-то глобальных, не было. Обычно сложности возникали в основном от невнимательности. Когда там забудешь галочку, тут лишнюю поставишь. Вот. А вот это последняя постобработка, когда собираешь его по кусочкам из каналов, но до этого, наверное, многие еще дойдут, вот, была для меня открытием. Вот.